Продолжаем обсуждение Мэйнера и Кенши, и сегодня мы начнем с Сяо. И для вас у меня тоже припасен вопросик, почему вы заходите в мой мир, чтобы помолчать? Я серьезно, вы просто заходите в мой мир, молчите пару минут и выходите. Я не знаю, может, как у Мэйнера в джунгли, это у вас какой-то локальный прикольчик. Но, честно говоря, я бы хотела его знать, потому что я скоро буду в вашей тусовке, и может, это какое-то определенное посвящение. Так что вы мне там расскажите, что ли? Теперь мы с вами обсудим Мэйнера в Тартаре. Вы, ребята, очень энергичны и без проблем находите общий язык вообще со всеми. С вами, ну, очень комфортно играть, и поэтому частенько я добавляю вас в друзья, чтобы в будущем поиграть еще раз. На очереди у нас Мэйнеры Кэй и Беннета. И что касается Мэйнеров Кэй, даже несмотря на то, что у меня с вами есть некая миндальная связь, почему-то именно с вами я не могу подружиться от слова совсем. Вы совершенно не идете на контакт и продолжаете молча выполнять свою работу. Что касается Мэйнеров Беннета, настоящие булочки с корицей, вы очень открытые, милые ребята, и с вами очень комфортно играть. Вы очень полезны в кооперативе, и вы постоянно следите за хпшками своих тиммейтов, за что вам просто огромнейшее спасибо.